Правительство региона наконец-то подписало соглашение с парламентской фракцией «Единая Россия». Подписать документ фракции было предложено еще неделю назад, но депутаты отказались. Причина, которую единороссы указали, документ нуждается в более тщательной проработке. Депутаты в очередной раз доказали, что имеют свой независимый от правительства взгляд на бюджет. Команда Александра Смекалина доработала документ, накануне он был подписан. Бюджет Ульяновской области очень серьезно вырос за последние годы по собственным доходам, плюс были приведены работы по привлечению федеральных средств, но, как всегда, средств, к сожалению, недостаточно. Есть задачи, которые также необходимо решать. Мы понимаем, что мы должны определить тот план совместной работы по решению первоочередных задач, наказов избирателей. Сложности в подписании лишний раз доказывают, что документ не формальный, а рабочий. Его подписанию предшествует долгая процедура консультаций, встреч и обсуждений. Действительно сложно, потому что впервые фракция «Единой России» каждый депутат поставили себе задачу, чтобы абсолютное большинство наказов, поручений, которые с избирательной кампанией мы от населения получили, во всех сферах здравоохранения, образования, территории, детские площадки, ремонт кровель, все что угодно. У каждого депутата, в зависимости от территории, есть своя специфика определенная. Мы поставили задачу все это собрать вместе и как некую программу работы каждого депутата. А тем временем уже завтра в парламенте состоится второе заключительное чтение проекта бюджета.